В эти дни в регионах проводятся городские и районные этапы смотр-конкурса. Одному ветерану 10 молодых подопечных. Цель – поощрение ветеранов, активно участвующих в жизни молодых людей. Представители старшего поколения являются примером для них. Проводят разъяснительную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и преданности Родине, повышению интереса к получению профессии и ведению здорового образа жизни. Материал из Сурхандаринской области. Укрепление мира и стабильности в стране, обеспечение благополучия народа, воспитание всесторонне развитой личности, почитающей старших и безгранично преданной Родине – главные приоритеты современного нового Узбекистана. Такие цели преследует и проводимый конкурс «Одному ветерану 10 молодых подопечных». Количество ветеранов в республике более 3 миллионов, а в Сурхандаринской области около 20 тысяч. И если каждый из них будет работать с молодыми людьми, то проблем просто не будет. И сейчас мы индивидуально изучаем проблемы с подрастающим поколением. На месте решаются возникшие вопросы и сразу оказывается практическое содействие. Сегодня в Сурхандаринской области более 7300 молодых людей, не имеющих работы и нуждающихся в материальной и духовной поддержке. Они закреплены за 800 активными ветеранами, обладающими большой жизненный опыт. Своей мудростью представители почтенного возраста помогают юному поколению найти свое место в жизни. Мы всегда обращаемся к представителям старшего поколения, чтобы они помогали в воспитании молодых людей, делились своим жизненным опытом. Они всегда направят на верный путь. Также проводятся встречи 3 поколений и разные духовно-просветительские мероприятия. Мы должны быть сопричастны к их жизни, чтобы они сохранили наши традиции, обычаи и ценности. В городском и районном этапах конкурса, согласно регламенту, конкурсанты соревновались по 3 направлениям. Участники рассказали о проделанной работе с молодыми людьми. На примерах представили важность такой системы, когда представители старшего поколения оказывают всестороннюю поддержку молодежи. Я думаю, что каждый, принявший участие в смотр-конкурсе, достоин победы. Работа, которая ведется представителями старшего поколения, достойна внимания. Мы прилагаем все усилия, чтобы в каждом доме было спокойствие и мир. Мы хотим, чтобы наша молодежь нашла свое место в обществе. И очень благодарны, что наша работа не остается незамеченной. По итогам конкурса активно участвовавшие в мероприятии и занявшие почетные места были награждены дипломами и денежными премиями. Обладатели же 1-х мест получили право на участие в областном этапе конкурса.